Вести Карачаево-Черкесия. Рита Нерова о наиболее заметных событиях республики. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. В лесах Карачаево-Черкесии сохраняется повышенная пожароопасность. В Черкесске открылся первый в регионе молодежный проектный офис. Более 250 учителей республики пройдут курс повышения квалификации педагогических работников. И на базе Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса открылись мастерские по поварскому и кондитерскому делу. Далее подробно. Председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева провела пресс-конференцию с республиканскими СМИ, на которой озвучила итоги прошедших выборов. Выборы состоялись везде, средняя явка составила 70%. «Единая Россия» набрала больше всех мандатов, но интересным является то, что у нас на муниципальном уровне широко представлен весь спектр политических партий, подчеркнула Лариса Абазалиева. Прежде всего, всех, конечно, интересует наша столица, город Черкесск. И здесь итоги выборов выглядят следующим образом. Явка составила 68,12%. За «Единую Россию» проголосовало 67,46%, что дает «Единой России» право претендовать на 23 мандата. За КПРФ 10,01%, и у них, соответственно, 3 мандата в городской думе. За «Справедливую Россию» 8,45%, и это также дает им право на 3 мандата. За ЛДПР 5,67%. И таким образом в городской думе будет 2 депутата от либерально-демократической партии. И гражданская платформа 5,64%, это тоже 2 мандата. Таким образом, 5 политических партий, как мы понимаем с вами, от крайне правых до крайне левых, весь спектр политический, будет представлен в городской думе города Черкесска. Еще 2 партии, коммунисты России и партия Родина, не перешли через 5% барьер и таким образом мандаты не получили. На всякий случай напоминаю, что вообще подавали документы 7 партий, территориальная избирательная комиссия не отказала никому, то есть все 7 партий имели возможность участвовать в кампании, свои силы проверить, и таким образом у нас 5 политических партий, и я надеюсь, что в ближайшее время все эти люди приступят к своим обязанностям в городской думе нашей столицы. В мэрии Черкесска подвели итоги выборов. Целых 3 дня было у жителей республиканской столицы, чтобы успеть выразить свою гражданскую позицию. Стоит отметить, что за это время не было зафиксировано никаких жалоб. В организации выборов было задействовано около 500 членов избирательных комиссий. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии по Черкесску Мария Алакаева. Проведение выборов депутатов Думы муниципального образования города Черкесска было организовано 52 участковыми избирательными комиссиями. На базе 52 комиссий работало 510 членов участковых избирательных комиссий, которые за 10 дней до дня голосования уже начали свою работу. Принимали заявления о голосовании вне помещения, помогали избирателям с вопросами, с их данными в списках избирателей и так далее. И, соответственно, мы можем сказать, что каких-то нарушений, жалоб в территориальную избирательную комиссию не поступало, и в участковой комиссии также жалоб не поступило. После того, как мы провели сегодняшнее заседание, мы обязаны оповестить всех кандидатов, что они стали депутатами. По закону действующему, все депутаты должны представить информацию в ТИК, что они не занимают должности или у них нет таких обязанностей, которые не позволяют им быть депутатами. Если все эти моменты учтены, то после этого будет уже распределение непосредственно мандата. На состоявшемся совещании с премьер-министром республики Муратом Аргуновым обсуждены вопросы социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, а также нюансы, касающиеся решения проблемных вопросов, поднятых
гражданами региона в ходе открытого чата с главой республики Рашидом Тимрезовым. Рассмотрены, в частности, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду, завершение капитального ремонта объектов образования, итоги уборки урожая сельхозпродукции, а также вопросы обеспечения жильем детей и сирот, реализации программы социальной газификации, повышения качества энергоснабжения региона и другие. По поручению Мурата Аргунова региональным Минстроем подготовлен и направлен в Минстрой России комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. В перечень плана включено 92 объекта, из них 53 по водоснабжению, 20 по водоотведению, 19 по теплоснабжению. Модернизация позволит улучшить качество питьевой воды, поступающей в дома и квартиры жителей. Кроме этого, отмечено, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесии приобретено и поставлено в медорганизации 6 автомобилей, 7 единиц медоборудования, ведется строительство врачебной амбулатории в Пригородной, капремонт поликлиники Малокарачаевска, Центральной районной больницы и Тибердинской участковой больницы. Запланировано также строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьском Прикубанского района и фельдшерского пункта в ауле Учкулан. Последние несколько недель в республике отмечается рост заболеваемости COVID-19. В цифрах это более 100 положительных ПЦР-тестов ежедневно. По данным регионального оперативного штаба, на сегодняшний день госпитализировано около 50 человек. А в настоящее время госпиталь на базе Черкесской городской больницы – единственный стационар для взрослых в республике. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает не забывать о предписаниях ведомства и бережно выполнять все рекомендации. В лесах Карачаево-Черкесии сохраняется повышенная пожароопасность. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, на территории республики установился 3-4 классы пожарной опасности. С начала года на территории региона лесных пожаров не было зарегистрировано, несмотря на то, что пожароопасный сезон на землях лесного фонда Карачаево-Черкесии был объявлен с 1 марта. Сейчас продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, продолжается патрулирование лесных участков. В республике начал функционировать первый молодежный проектный офис. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Папшулов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, то, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республике, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. Элементы финансовой грамотности появились в таких предметах, как математика, окружающий мир, общество знания, география и информатика. Обучение предусмотрено для школьников первых девятых классов. Включение финансовой грамотности в образовательные стандарты инициировал Банк России. Подробнее расскажет управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. В начальных классах детей обучат навыкам безопасного поведения в интернете, правилам составления личного бюджета, умение анализировать доходы и расходы семьи. О рисках предпринимательской деятельности, видах финансового мошенничества расскажут старшеклассники. Кроме того, подрастающее поколение научится самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Отдельная тема – цифровые сервисы и способы защиты персональных данных. В целом Банк России уже разработал свыше 70 сценариев занятий по финансовой грамотности. С 14 сентября по 16 декабря текущего года пройдет осенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для школьников. Первое занятие для подростков 13-17 лет состоится 14 сентября. Его проведет первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Он расскажет, как устроен финансовый рынок, а также о том, зачем страховать имущество, как открывать вклады и брать кредиты и зачем нужна финансовая подушка безопасности. Остальные занятия
занятия пройдут на платформе dni.fg.ru. Поучаствовать в эфирах можно как из школы всем классом, так и самостоятельно из дома. Большая часть уроков осенней сессии рассчитана на учеников 8-11 классов, но будут занятия и для 6-7 классов. В республике стартовал первый отборочный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022», в рамках которого жители могут проголосовать за лучшего участкового полномочного полиции. В первом этапе принимают участие представители территориальных органов МВД на районном уровне. Отбор конкурсантов пройдет с 11 по 20 сентября. Проголосовать за своего кандидата можно на сайте регионального МВД в специальном опросном модуле, перейдя по ссылке «Проголосовать». В целях развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и языков народа в России более 250 учителей Карачаево-Черкесии пройдут курсы повышения квалификации педагогических работников. В частности, курсы будут организованы по таким направлениям, как развитие предметной компетенции учителя русского языка, теоретические и практические аспекты, методика преподавания русского языка и родных языков народов страны, формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках русского языка и родных языков и так далее. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования на базе Республиканского колледжа индустрии, питания, туризма и сервиса открылись мастерские по поварскому и кондитерскому делу. Новое высокотехнологичное оснащение мастерских позволит создать современные условия для подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills. Лучшие творческие силы Карачаева-Черкесии вовсю готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца «Эльбрус» готовит особую программу, которая уже на следующей неделе будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце, рассказывает художественный руководитель ансамбля Исмаил Байрамкулов. Брали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый у нас номер есть, сюита танцевальная, карачаевский народный танец «Абезек». Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей республики. Мюзикл «Волшебник изумрудного города» покажут в Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетия региона. Режиссером первого оригинального мюзикла на Северном Кавказе выступил известный в местной театральной среде руководитель театра-студии «Слово» Евгений Пересыпкин. Музыку и тексты также написал ставрополец, поэт и композитор Сергей Лещев. Коллектив театра Госфилармонии работал над спектаклем на протяжении всего лета. Премьера мюзикла состоится в Черкесске в предстоящую пятницу, 16 сентября. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, дождь и туман. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, в горах местами плюс 8-13. В Черкесске временами дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 20. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Служащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32.
Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия».